Добрый день, дорогие друзья. Я еще в гостях у сестрички. Никак не уеду. Очень хорошо меня здесь принимают. И сегодня я вам хочу, чтобы моя сестричка рассказала о дереве, которое у нее уже много-много лет растет. Вот посмотрите, какое дерево. И сейчас о нем будет вам небольшой репортаж. А что тебе рассказать, о лимоне, что ли? Ну да. А, вот вы узнаете, какое это дерево? А это, оказывается, лимончик, лимон. Да. Ну, что и по нем рассказать. В этом году ему, лимону, 27 лет будет. Не поверите. В 93-м году он вырос из черенка. Вот. Ухаживали за ним. Вот он нам плодоносит. Но в этом году, конечно, что-то он много осыпался. Но очень рясно он завязался. Было много лимончиков. Но они осыпаются. Ну, вот остались, которые вот более-менее. Вот смотрите, какие лимончики. Вот они. Видите, уже плоды. Они одновременно и цветут, и уже плоды, да? Так я понимаю. Да. Нет, цвести они могут находиться в тройной паре. То есть уже быть зрелые лимоны, желтые. Приближаю вам. Смотрите, какой лимончик. Потом зеленые и начинать цвести. То есть тройная пора может быть. Видите, вот какой. Ой-ой, где он? Вот он, смотрите, какой. Один. Второй. Ой, мою руку видно, а лимончик не видно. Вот. Ну, заботиться о нем надо. Тут же обрезка тоже много значит. И вот лимончик. Видите, сколько? Осыпается. В комнате ему, конечно... И вот они разных размеров, лимончики. Ну, было очень много их, они осыпались уже. Да, вот смотрите, и вон. Видите, какое дерево растет в комнате. Вот такое да. Вот огромное. Я вам показываю, и вон лимончик. Ну, ухаживать за всем надо. Вот. Ну, ты знаешь, я брызгаю его. У меня вот есть... препарат, если кого-то, может, заинтересует, НВ-101. Здесь всего одна капелька на пол-литра воды. Здесь дозиметр есть. Ну, это, конечно, интересно. Вот. Здесь капельку можно, она капает. Можно опрыскивать любое растение. Ну, я не знаю, я не подливаю, но опрыскиваю. И вообще-то все комнатные растения. Очень хорошо. Это стимулятор роста. У нее вообще много. Для иммунитета. Да. Ну, много цветочков. Конечно, вот такие вот в комнате. На все время не хватает. Ну, постараемся. Вот здесь еще у нас елочка стоит. Да. Новогодняя, не убрана. А вон там ждем тоже... ждем крещения. Вот смотрите, елочка. Я вам приветственное слово говорила у этой елочки. И вон у нее еще какое. Это фикус Бенджамина. Тоже просится на улицу. Ему не нравится. Осыпаются листочки. И удобряем. И вот. Заботимся, опрыскиваем. Но все равно они... На улицу я выношу, когда вот в апреле потеплеет. Они и вот возвращаемся снова к лимончику. Да. Так что... Минеральный... Так сколько ему лет, еще раз скажи? 27 будет. 27 лет. Он вырос из семечки лимонной, нет, косточки? Нет, черенок. Из черенка. С плодоносящего лимона. А привезли его с села Фоногорийского, Горячеключевского района. Вот такая вот они большие, толстокурые, правда, но домашние.
Даже не такие они кислые. Ну и прям будут желтого цвета. Да, ну конечно. Так что дерево, жалко с ним расставаться. Ну, да ты же хотела его в этом году продать, подарить, а он забеспокоился и... Да, я на него нашумела, он мне как выбросил цветов. Ужас, много. Ну, я и сжалилась, мне так жалко его стало вообще. Он как наш член семьи. И вот еще на полочке тоже такое растение. Так что вот такая вот красота в комнате у моей сестрички. Один год вообще было 50 с лишним лимонов. И все мы их за полгода скушали. Мы очень любим лимоны. Ну, так что выращивайте у себя лимончики. Сейчас много разновидностей. Но нам этот дорог. Вот так вот, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал. И я вам буду много очень рассказывать о жизни тружеников в поселках нашей родной Кубани. Потом буду показывать вам огород, на котором много произрастает всяких растений у моих родных людей. Как они трудятся, сколько сил. На этом с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. И напоследок вот такой вот вам замечательный лимончик.